Всем большой привет! Рада, что заглянули на мой канал Галия Снейлс. С вами я, Галя, и добро пожаловать! Мне навалило сегодня 20 посылочек с сайта AliExpress. Будем вместе распаковывать, смотреть, что же наш поприходило. Мне тоже не терпится. Ну что, поехали! Так. Итак, здесь мне в прошлый раз мне приходила такая же. Я думала, что это тушь, но это нет. Это клей для ресничек. Первое это бонд, а потом это клей. Как-то там на реснички мажешь, и оно все клеится. Клей, конечно, я проверяла, работает отлично. Он черного цвета. Вот, ой, я думала, что увидела палочку, подумала, что это уже клей, но нет. Это вот бонд. Что он делает, непонятно. Он оставляет просто блестящий след. Когда высохнет вообще и все. Я не знаю, зачем он нужен вообще. А вот с другой стороны, это уже клей. И клей вообще шикарный. А, кстати, видите, так как я в прошлом видео говорила, оно должно быть таким согнутым. Или это так уже как-то оно согнулось? Но нет, видите, здесь тоже такое же согнутое. Ну, значит, так надо. Ну, опять-таки, кто, может, не смотрел мое предыдущее видео, вот поэтому показываю здесь тоже. На руку намажем. И будем ждать, пока оно высохнет. Кстати, что-то много прям, сильно прям, много этого клея. Капец. Приклеюсь полностью. Проверяла уже в предыдущем видео, клей вообще шикарный, да. Ну, а насчет бонда я как-то парюсь, я не понимаю, зачем. Да, так, классно, красивая упаковочка, конечно же, пришла вот в таком состоянии, как вы видите, все согнуто, но тем не менее. И еще хочу сказать, да, уже тоже повторяюсь с прошлого видео, что здесь не хватает еще каких-то единички и двоечки, чтобы ты вот не откручивал и не смотрел, с какой стороны у тебя клей. Потому что я не знаю, зачем пользоваться этим бондом. Я, например, если буду клеить, то буду только вот клеем пользоваться, а не вот этим бондом. Бонд что-то мне непонятен. И, кстати, с каждой стороны, стопе, по 5 мл. Что бонда 5 мл, что этого клея. Тоже 5 мл. Красивый глаз. Хорошая коробочка, если бы не помялась при транспортировке. Ну, а мы ждем высыхания, правильно? То думала, пусто уже. Но нет, что здесь? Ух ты! Наклеечки! Харуноута. Да, у меня, кажется, лак есть от Харуноута. Это фирма гель-лаков, да? Ну, вот такие вот черненькие наклеечки, красивые, как стемпинг, знаете. Ну, водные, походу. Походу, да, очень тоненькие. Отлично. Так, следующая посылка. И здесь тоже наклейки. О, я здесь... Ух ты, какой красотища! Вау, смотрите, какая прелесть. Видите, оно еще голографит здесь. Нежнятинка. Мне очень сильно нравится. Классно. Так, где у меня тут поменьше? Не, ну здесь этот такой дизайн должен быть каких-то на более больших ноготочках, а не на моих на данный момент коротышах. Но все равно красиво, мило. Вот так. Лучше, кажется, смотрится. Ну, вообще шикарно. Вообще, мне так нравится вот эта голография. Я вообще ворона, я люблю вот эти все блестяшки. Так. Эта посылка пришла очень быстро. И я знаю, что это, потому что оно чувствуется. Смотрите, та-дам! Это Спайдермен. Это коврик для мышки.
Классное качество, плотный. Вообще, вот видите, оно здесь не скользяйка есть. Смотрите, какой он толстенький, мягусенький, класс. Материал отличный. Такой неончик такой. Вообще шикарно. Классно. Отличный коврик. Ай! Что-то я посмотрела. Смотрите, а что здесь? Здесь более срезано, здесь меньше срезано, видите? А здесь уже вообще ничего не срезано. Думаю, как это же это? Ну, вот такой вот дизайн коврика. Прикольно. Заморочились с обрезкой. Так, где оно открывается? Ого, прям выпало. Это пинцетик. Пинцетик, выигранный за цент и али монетки. Ух ты. Конечно, запаковано. Чудно. Пинцетик очень тоненький. Смотрите, прям... Вообще тонюсюсенечкий. Классно. Ну, похоже, что это нержавеющая сталь. Только мне кажется, здесь должен еще идти силиконовый наконечник. Но так как они так прям запаковали это все, ну, типа хорошо, но для распаковки это нехорошо, потому что реально чересчур перестарались. Есть, есть, ну все, хорошо. А то реально, реально опасный такой этот наконечник. Так, все, супер. Отличный пинцет, хорошего качества, шикарненько. Конечно, он не для бровей, я не знаю, ну, для ресничек там, я вот, например, мне кажется, буду, может, для ноготочков его использовать, а может так, чтобы дома было, мало ли, что-то там делать ими, правильно? Прекрасный, отличный, и такой, знаете, не маленький, как вы видите, вообще, класс. Так. О-о-о-о! А это чудо чудное. Короче, кстати, класс. Куриная лапка. Ай. Класс. Смотрите, какие носки. Какой принт классный. С этой стороны оно беленькое. Кстати, пяточка... Есть, потому что я что-то думала, что в таких носочках как бы пяточка не очень сильно выражена. Нет, пяточка есть. Ну, а здесь класснющий принт. Не знаю, как, конечно, будет на ножке. Но мне нравится, честно говоря, мне очень сильно нравится. Вот именно гольфы длинные, да. И это они чтобы были беленькие, да, а сами вот желтенькие. То вообще вот реальная такая курица вообще. А это такие тоже, ну что, имеет место быть, выиграны за центы или монетки. Шикарно. Я дочке подарю. Пусть ходит. Мне будет в кайф, мне будет смешно на нее смотреть. Прикольно. И хорошее качество, кстати, знаете, оно не такое прям... Я, честно, думала, что они будут прям реально вот такие синтетические. Да, они синтетика, но не такая вот скрипучая, потому что есть еще такие носки, прям скрипучая-скрипучая, что мне не очень сильно нравится. А вот эти вот прикольные, их качество, честно, я не ожидала, хорошее. Да, супер. Так. Какая-то коробочка. О! И это реснички. Вот зачем мне этот клей. Чтобы вот такие вот... Как это? Ну, не пучок. Хотя это и пучок, и не пучок. Ну, короче, вот такие вот реснички клеить. Мне кажется, они будут очень классно смотреться. Вот такие вот реснички. Я их навыигрывала много. Тоже они за центики или монетки. Дело в том, что за цент, да, в мобильной версии, то там вот когда что-то выиграла, а оно потом тебе как-то... подходит ближе, и все, и на тебе еще, на тебе еще. Я, конечно же, как нет. Вы что, кто же не захочет, правильно?
И я брала. Так. О, кстати, все у меня есть под рукой. Вот зачем мне нужен пинцет. А, еще не высох. Ой. Еще не высох у меня клей. Вот я приклеила прям на очень тоненькую полосочку. Оно еще не подсохло, так как я не знаю, почему клея прям очень сильно прям лезет. Попробуем попозже, правильно? Пока это все высохнет. А то прям реально много клея как-то так налилось. Че, оно не полусухая, хотя... Если бы была полусухая, тоже нам не надо, правильно? Что-то нам не угодишь сегодня. Так, следующая посылка. Ой. Ну что, опять эта сыворотка для увеличения губ. Я хочу сказать, она прекрасная, она прикольная, она жгучая, сильно жгучая. Это то самое, что возьмете свою помаду, там жидкую, да, и добавите табаско. Вот оно вот типа такого вот плана, жгучая, короче, вообще... Щиплет губы, не знаю, целоваться, наверное, с такой помадой нельзя, так что, ой, а где палочка? А, есть, смотрите, палочки даже не видно внутри, я не знаю, вам-то там, может, и видно, она прям прозрачная, я думала, что это просто вот эта вот кисточка осталась, и все, самой палочки нету, вот видите, какой обман зрения получается, вот, короче, интересная штука. Надо пробовать. Что, опять на руку мазюкать? У меня, кстати, я не знаю, в прошлый раз у меня рука, вот я намазюкала, она стала такая какая-то розовенькая. Вот не знаю, или это она просто такая проявляющая помада, это жидкость, как это опять, серум, сыворотка. Или проявляющая, или она такая, я вот не знаю. Или она прям реально так мне сожгла руку, что прям она вот покраснела. Видите, какая красота. Но единственное, да, что мне не очень сильно понравилось, что она не сильно увлажняет губы. А вот дизайн бомбический, запах бомбический. Шикарно. Плюс еще хочу заметить, что здесь еще ничегошеньки на китайский не написано. Помада, это жидкость до 2026 года. И, кстати, дата выпуска вот 09.2023. Вот-вот ее только выпустили. Так что вообще свежачок. Вот, поэтому, так как нет здесь ничего на китайский написано, вот она шикарно подойдет кому-то на подарочек. Потому что реально, когда что-то на китайский написано, как-то, ой, Китай, куда, фу. А тут уже пойди разберись, правильно? Так. Это плюс 18. Выиграна штука за 1 центик. Я думала, что это будет, что оно здесь будет тыкаться и вибрировать. Ничего этого нету. Вот такая красота. Ну, пришло, надо показать, правильно? Я даже не ожидал, что оно здесь будет. Ладно. Надеюсь, дети меня не смотрят. А даже если смотрят, может, не знают. Так, ух ты, а это уже другой какой-то пакетик. Хотя реснички такие же. Да, реснички все те же. Абсолютно идентичные. Ну, я же говорю, я же на ней выигрывала. Я думала, что все-таки какая-то длина здесь будет другая, но нет, все тоже.
И, кстати, вот этих тоже выиграла много. Тоже за центик, за центик. Короче, красота. Будем мазюкаться. И клеиться. Так, это опять-таки сыворотка с витамином С. Идеальная, идеальная кожа. Что там пишет? Витамин Е. А, витамин С даже с витамином Е+. И хиалуроник оксид. Да. Илуроновая кислота. 20 мл бутылек. 2025 года годность. Сыворотки мне нравятся. Я вот после душа раз-раз намазюкала, и мне нравится. Колпачок какой-то уже что-то пролилось или что. Сама вот эта вот нормальная, здесь ничего не чувствуется, а это прям какое-то она уже нехорошее, нехорошее. Пластик. Ничем не пахнет, вообще ничем. Во, видите? Видите, оно такое розовенькое. Мне кажется, все-таки... И оно не печет здесь на руке. Мне кажется, что все-таки оно как-то более проявляющая какая-то помада, такая от тепла кожи. Знаете, у меня раньше такая была, вот алоэ, кажется, была такая помада, что ее мажешь, и от вашего тепла она становится чуть-чуть розоватенькая. Вот здесь вот такая же ситуация. А то я в прошлый раз думала, что оно прям у меня так пекло, оно хоть ничего не пекло, но я думала, неужели так вот это вот работает, что прям так, ну, некрасиво. Но нет, это просто проявляет так. Так, а мы капнем сюда наш витамин С. Жидюсенькая. Хорошая. Ну, интересно. Вообще ничем не пахнет, странно. Думала хотя бы как бы лимончиком, но абсолютно ничем. Ладно. Так, следующая посылочка. Еще я заговорил, что-то у меня сегодня посылки-повторяшки. Опять-таки, это же сыворотка. Прикольная, классная. Не будем долго зацикливаться на ней, но шикарная. Тут сроки годности такие же. Отлично, тоже свежачок. Так, сыворотка полностью впиталась. Вообще, прям реально. И прям матовая кожа какая-то стала. Хорошая. Раз матовая кожа, хорошая, значит, на лето. Да-да-да. Реснички. Только уже другого формата. Вот такие вот на проволочке. Видите, проволочка прозрачненькая. Я не знаю, вот сейчас как-то малая тоже там пыталась клеить реснички, так она разрезала вот типа вот таким, только чуть-чуть длиннее. И оно прекрасно клеилось, потому что в сплошную вот эту приклеить, оно как-то не очень клеится, не знаю. Ну, конечно же, приноровиться. Я как-то себе не сильно заморачиваюсь клеить, потому что как бы и свои более-менее, и я свои плюс подкрутила... как это, перманентная завивка, да, я сделала сама себе. Один глаз хорошо подкрутился, другой не очень. Так что другой просто пинцетиком подкручиваю и все. Ну, специально для завивки ресниц подкручиваю. Это вот такая вот посылка мне пришла с каким-то подарочком, с букетом. Ой, что-то ножницы не хотят идти в руки. Так. А это уже маска для волос. Это маска для волос. Кавиар. Кавиар это икра. Это икра на икорной основе, что ли. Какая-то масляная маска. 60 грамм. Мне нравится, честно говоря, в маске в тюбиках. Так меньший расход. А то когда идет вот это вот такого, да, как будто бы крем, вот прям рукой берешь и уже как-то берешь всегда побольше. А тут
себе шмяк, и все, и только то, что надо, типа. А то вот, так, а что это? Мне показалось, она прозрачная. Ух ты, смотрите, сколько воздуха здесь. Выжмукалась. Вот такая. Пахнет нежнятенькой, пахнет классный запах маски. Шикарный запах, мне понравился. Класс, класс, класс. Ну, а что мне ее мазюкать? Запах классный. Да. На фотках продавца вообще волосы там шикарнющие, шевелюра прям блестящая и полна жизни. Не знаю, верить, доверять, но попробовать стоит. Я буду и использовать, конечно же. Так, что здесь? Ого-го-го, смотрите, патронтажик. Что здесь, а? Так, Slimming Patch. Вау, супер. Наклейки для похудения. Смотрите, я хочу себе такой живот тоже плоский. Простой в использовании, натуральные продукты 100%. И также убирает жир безопасно и быстро. 8 наклеечек здесь. В одном этом, а у меня здесь. О-о-о, класс. Отлично. До 2025 срок годности. Нельзя, конечно же, когда вы беременны, также при лактации, когда вы кормите грудью, и если какие-то есть противопоказания от врача. Боже, как я быстро читаю и перевожу, мама дорогая, прям сама от себя как-то в шоке. Да, давайте посмотрим, что же здесь за патч. Я надеюсь, оно не выветрится, правильно? Пахнет классно, мяткой пахнет. Ай, уже тут патч. Патч хочет похудеть, похудать. А, кстати, у меня похожие были. У меня были патчи похожие, которые клеишь на пупок. Прям на пупок. А другие, которые клеишь внизу живота. И это похоже клеить внизу живота. Запах классный. Патч, я не помню, мне кажется, он клеится на 24 часа, а то и на 48, я не знаю. Клей держится хорошо. Ну, что не, надо использовать, почему бы и нет, правильно? А то я как-то чуть-то поправилась, надо за собой чуть-чуть посмотреть. Хотя, знаете, всегда думаешь, все, не буду есть, не буду то, а потом что-то раз-два, а что-то выпечки захотелось, а что-то того захотелось, а что-то всего захотелось. И, короче, и, как говорится, пошла коза по кочкам. Так что так, не могу как-то себя сдержать. Итак, следующая посылка. Варикоз. Это крем от варикоза. Минимизирует, или как оно там говорится, минимизирует варикозное состояние ваших вен. Прикольно, хорошо. Крем выиграла за цент ели монетки. Типа восстанавливает циркуляцию крови. Мне иногда хочется что-то намазюкать на ноги. У меня нет варикоза, слава богу. Хоть проработала я здесь в ресторанах постоянно, считай, по 18 часов иногда на ногах. Но, слава богу, варикоза у меня нету. Но чувствуется тяжесть в ногах иногда, и иногда хочется вот что-то прям намазюкать. Мне кажется, тромбосит, или как-то там раньше крем такой был, что говорили, что некоторые, не то чтобы некоторые, а вот именно модели его используют, когда вот у вас усталый вид, и они под глаза им мажут, чтобы убрать вот эти вот синяки. Вот специальный крем типа от варикоза. Типа оно помогало, да. Ну, у меня такой тоже крем был похожий. А что оно? Оно прям тут... А, я
Оно тут еще в пленке. А то я эту мембранку защитную сняла и думаю, что я нажимаю, а оно не нажимается. Оно здесь еще в защитной какой-то прозрачной пленке в сама. Прям. О, пошло, пошло. Вот видите, какого цвета. Странного цвета. Вообще не пахнет. Не знаю, что-то мне сегодня ничего не пахнет. Так, варикоз. Не, пахнет чуть-чуть. Какими-то как будто бы травами, да. Не знаю. Быстро впитывается, прям быстро. И такое ощущение хорошее. Знаете, нет такой сильной жирности. Отлично. Прикольно пахнет, да. Интересно. Так. Поехали дальше. Неужели еще? Ну, я же говорила, что у меня много-много-много. Класс. Не будем зацикливаться. Так, следующее. А это уже ретинол против морщин. Это крем для глаз. 30 грамм. От морщин. Не для морщин, от морщин. Так, 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 так. А чё, сроки? Сроки? Где сроки? Сроков нет. Есть. Середина 26-го года. Ну, почти конец. Отлично. Защитной в слюде этой приходит. Иногда так бесит ее снимать, когда невозможно. Хочешь, чем побыстрее, она еще пристает к пальцам. Так. Тридцать, а здесь сколько, кстати, 20. Ага. Прям под глаза. Первый раз вижу прям такой вот прям большой тюбик. О, ну, здесь хорошо. Так, куда тебя мазюкать-то? Под глаза, кстати, такой не слишком белый цвет. Большой, конечно, тюбик, неожиданно. Знаете, как правильно, под глаза такой более тонкий, более утонченный. А это прям на тебе, чтобы мало не показалось. Вообще нежно-нежно пахнет. Прям у меня уже на всю руку размазалось, потому что, ну, реально капельку взяла. Ну, крема, походу, на очень долго хватит. Я надеюсь, до время годности я его использую. А то реально его вот в капулечку взяла. И смотрите, на всю руку намазюкала уже. Да, отлично. Еще один крем. А этот крем уже против бородавок. Да, я его на руки мазать не буду. 20 грамм от бородавок. Но давайте хоть занюхаем. А сроки годности? Или я его открывать даже не буду, потому что здесь написано, что... Когда откроешь, типа, всего лишь 24 месяца. Хотя, 2 года. Как бы нормально, думаю. Ладно, откроем, посмотрим. Все равно. Все равно шо, правильно? Надо же занюхать. А, беленький. Ой, ничего себе. Беленький крем. Вообще ничем не пахнет. Что-то у меня сегодня, я не знаю, я надеюсь, я не заболела. А то мне что-то не пахнет сегодня ничего. Не ничего, а много чего. Просто не хочу себе сейчас куда-то его мазюкать. Не, вообще не пахучий крем. И это не во мне дело, так как все остальные запахи так я слышу, правильно? Но, как вы видите, белого цвета. Так, окей, ля. Ну что, давайте открываем. А, подождите, где? Так, приклеим. Я надеюсь, клей уже высох.
потому что столько времени долго. Ну все, реснички есть. Видите? Видите? Реально? Реально оно хорошо держит. Ну все. Все, мы тебя испытали. Возвращайся на место. Уже чуть-чуть калечная. Ну а я вам покажу, смотрите. Клей вообще шикарно держит. Вообще. А вот эта вот штука непонятненько, зачем она нужна? Может, она так снимается? А, смотрите, она снимается вот такой вот пленочкой. А, мне больно даже. А зачем оно надо? Или это, чтобы клей хорошо смывался потом? Ну, как-то нелогично очень. Не знаю. Даже мне чем-то напомнило вот эту вот штуку, знаете, что когда красишь ногти и вокруг, когда стемпинг делаешь, вокруг вот такого вот мажа, чтобы вот не сильно стемпинг забивался именно на пальцах. Видите, как здесь хорошо снялось оно все. А это... Ай, как оно царапает пинцетик. Не, а это фиг его знает, как его смывать. О, о, о. Смотрите, что творит. Что творит? Боже мой. Ладно. Попробовали. Хороший клей. Но вот это вот что-то непонятно. Еще раз. Уже много раз повторилось. Уже 150 раз. Так. Давайте открывать вот эту вот балабуху. Что это такое? Вам интересно? Правда? Если да, то подписывайтесь на канал, ставьте пальчики вверх, пишите комментарии. Не забывайте подписаться. Так, ну, здесь много, как это... Не сделаю так, чтобы это был какой-то сюрприз, потому что оно уже открывается и уже все видно, что это такое. Это клава. Это клава мне пришла. Да. И она не простая, она вот такая вот светящаяся. Короче, клаву я взяла, мне кажется, до 4 евро или 4 евро за нее заплатила. Ну, думаю, почему бы и нет. Так, давайте смотреть, что здесь написано. Так, проводная механическая клавиатура, двухцветные литые крышки, клавиш прочный. Триггерное отключение, я в этом не шарю. Ключевая G 60 миллионов раз, поддержка 6 клавишного и N клавишного режима, умный сон, размер, вес, ну да, она тяжелая, почти килограмм, с подставкой для рук, да, номинальное напряжение, там то-то-то-то, так-так-так, ну, прекрасно, отлично, открываем. Ух ты, ух ты, ух ты, красотка-то какая. Ничего еще не понятно, ничего не видно, как ее открывать. Да блин, да откройся ты, там это мешает. Ага, ага, ага. Тяжелая вообще, очень тяжелая. Так, штукенция, чтобы вынимать кнопочки. Она реально тяжелая. У меня, например, мне кажется, клавиатура, она не такая прям увесистая, а это прям вообще сильно-сильно тяжелая. Так. Единственное, что да, как я ее проверю, я же ее не подключу полностью к этому, я вот не знаю.
Ну, интересно, интересно, что хочу сказать. Все прекрасно. Кнопочки светятся, должны светиться. Под низом кнопочек должно светиться. Красота! И, кстати, хочу обратить ваше внимание. Видите? Спайдермен. У меня все под цвет. Мой Спайдермен. Ну что, прикольно. Чистить клаву будет вообще шикарно, просто легко. Пропылесосили и все. Сдули. Отлично. Интересно очень. Спасибо всем огромное, кто досмотрел это видео до конца. Ставьте лайки, если оно вам понравилось. Подписывайтесь на канал, если до сих пор этого не сделали. Не забывайте про колокольчик, чтобы приходило уведомление о новых видео. Всем пока-пока. Спасибо, что были со мной. И до новых встреч. Удачи!